Друзья, с возвращением вас, с возвращением всех любителей первой лиги. И возвращается сегодня Нижнекамск, этот стадион. И возвращаются две команды, Нефтехимик и Волгарь, которые сегодня между собой сыграют в первом туре первой лиги этого сезона. Вот на этом уютном стадиончике, который пока что еще не заполнен. Но я думаю, что болельщики подтянутся в любом случае. Паузу выждал небольшую. И вот теперь уже можно следить за матчем с полным вниманием. Павел Ботов для вас эту встречу прокомментирует вместе с вами. Передача налево. Вот это уже опасно. Вот это можно уже делать. Счет 1-0. Ничего себе. 60 секунд. 60 секунд потребовалось Нефтехимика, чтобы открыть счет в этом матче. Возможно, это будет самый быстрый гол этого тура. Может быть, вообще всего чемпионата. Кто знает. Великолепная атака. Голевая передача, если я не ошибаюсь, от Максима Петрова. И да, Петров ассист, ну а забивает Артем Котик. Ну вот два футболиста сейчас, левоногий и правоногий. Пробил с левой ноги Ткачук и неплохо пробил. Смотрим еще раз за ударом капитана и за сейвом Андрея Голубева. Трижды Зала не отличился. Удар поворотом мощный, вручает свою команду Адаевский, но с трудом достаточно. Смотрели мы удар Константина Базилика еще раз. Но дошла она до быстрого Волгаря. Еще один по... Так можно было и забить. Еще один хороший навес. Посмотрим повтор вот здесь. В корпус, не в спину. Клёнкен, штрафной уже проходит. Это передача. Удар 1-1. Вот с чего все началось. Потеря Марухина. И, пожалуйста, вот вам и выход на замену. Джамалетдинов с этим мячом. Ну и вот так вот Джамалетдинов здорово развернулся, красиво развернулся и в дальний угол аккуратненько мяч послал. Как будто, знаете, клюшка мяч обрабатывал Джамалетдинов левой ногой, так у него мяч повертелся, вот смотрите. И вот это вот касание последнее чуть-чуть от бутса, оно помогло мяч на правую ногу перестроить. Друг с хорошим в целом будущим. А тем временем Базилек передачу делает, и вот момент как раз-таки Грузнова, который только-только вышел на поле, и сейчас Грузнов мог забить. Воспитанник Локомотива. Ну, естественно, варенье. Сидикова. Сидиков мягко штрафнул опять туда. Здесь здорово, Базилюк напряжение. И вот момент, Галиуллин. Нет, не достал до мяча. А вот зато достал! Зато достал Максим Петров! Максим Петров, 80-я минута, 2-1 в пользу Нефтехимика. Какой матч-то проводит сегодня Максим Петров. Вот это выход впервые за команду. Вовремя добежал, подобрал этот мяч. Вроде бы остановили здесь Галиуллина, вроде бы хорошо сыграл Хамуха, но мяч сильно не выбил. И аккуратненько, видите, прямо на ногу. Пожалуй, можно сделать свисток об окончании этой встречи. Вот его. 2-1. Нефтехимик побеждает Волгарь в первом туре нового сезона. Доволен тренерский штаб Нефтехимика.